Всем привет! Начинаю прохождение Сёгун 2 Total War Закат Самураев за Айзо с вызовом только Синоби. Играю я, как уже знаете, с модами. Мод позволяет строить более расширенный ликву, и, соответственно, и Синоби здесь будет больше видов, нежели в оригинальной части. Так, ну что ж, я уже здесь. Да, давайте вот это изучим. Немножко подкорректировал. Заканчиваю ход, налоги я повысил. Надо будет периодически их повышать, понижать. Да, сейчас мне тут кучу этих фракций объявят войну, вероятнее всего. Надо попробовать с кем-нибудь сейчас поторговать немного. Попытаться. Попытаться, да, естественно, что растущее недовольство, все дела. Можно даже, кстати, и налоги не уменьшать. Так, у Цаноми я предлагаю мир вам, не хотят. Сендай, торговля, замечательно. Сендай, давайте, может, союз. Замечательный союз еще. Вот что справа. О, отлично. Пока, потом мне войну будут объявлять, они тут все. Я над завы равнодушие. Давайте все равно. Вот, видите, уже отношения получше. Так, мита. Мита. Ну, не хочешь, как хочешь. Так, немножко денег стало больше. Замечательно. Ой, так, что мне надо? Мне надо тортир и додзи, да? Давайте ставлю додзи. Вообще казармы надо. Блин, мне много чего надо. Угу. Давайте додзи туда пока поставим. Додзи, казармы и... И, блин, лагерь мне еще надо. Власть Сёгуна, да. Так, ну пропустим ход. Сейчас простоится крепость, по-моему, да, уже будет большой плюс. Да, еще один ход. Так, порт. Порт даст мне доход, да, но... Ниндзя мы наймем. Пока его ставить не буду. Да, вот он уже идет. Сейчас мы тут хозяйство будут эти все палить. Померзнет пусть немного, а уже весна, да, он. Он вышел. Не сильно он там мерз.
Там кто-то кого-то все завоевывает. Кстати, можно пойти и попытаться как-нибудь сейчас Тунцаноме успокоить. Вот еще и подкрепление к нему подошло. Вот он идет. Я думаю, что его сейчас... А, он с Дзюдзаивой, да, ты сейчас Дзюдзаи к нему и подойдет. Он, я так понимаю, что почти всю армию сюда отправил. Интересный парень, 7500. Да. Трактир тут не хватает, немного на сищий ход поставлю. Так, Айдзу Сендай. Все понятно, короче, с какой целью он это сделал. Сейчас будет объявлять не войну. Скорее всего. Так, нам для укрепления надо хоть кого-нибудь взять еще. На начальном этапе, пока я ниндзя тут не могу строить, надо как-нибудь укрепиться. Потому что сейчас наверняка объявят не войну. А, да, вообще надо отремонтировать. Так, один ход еще. Давайте возьмем здесь ребят подешевле. Да. Вероятность избежать провала, дисциплинирование перемещения. Давай вот так. Они мне не надо. Деньги только на их содержание тратить. Да, все, Сендай, он все больше и больше. Ага, вот и сейчас я смогу делать
Мне сейчас через, блин, 5 ходов только. Через 5 ходов, блин. Не знаю, успею я до объявления войны, не успею. Вот уже я вижу, он там где-то ходит. Сейчас, наверное, ниндзя повысит свой ранг. Так, ну хорошо, хоть. Так, гейша, да? Пока не буду ставить, мне она мне деньги пока надо собирать. Так, лучников не мешало бы, блин, так дорого стоит, конечно. 6000 додзи мастера. Надо на него собирать. Что у меня тут, блин? 700, блин, так 20. Ладно, давайте еще одного возьмем на всякий случай, пусть будет, мало ли. Вдруг сейчас я вырвется. Уж придет целая армия. Торговлю пока, по-моему, не разорвал со мной, да? Предпринимательство покушения. Давайте, да. Еще три ходика подождать. Да, о чем я и говорил. Давайте на ГОК. На ГОК присоединился ко мне. Замечательно, спасибо. Да, вот он уже и подошел. Надо, наверное, агентов своих вывести отсюда. Не успел я, да. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, значит, 15. Но не полная у него армия, но все равно. Так, у меня 17. Честный порядок. 16. Сейчас посмотрим, возьмет он меня в осаду или будет штурмовать. Блин, такая диверсия, дорогая. Ладно, давайте глянем, что будет. Да, конечно, я только за. Да, это зря ты сделал. Ну что ж, выходим на стены.
Так, ну что? Блин, не очень я люблю вот этот замок, если честно. Ладно, давайте смотрим, откуда он тут идет. Отсюда. Замечательно. Так, это полиция, да? Откуда еще прется? Отсюда. Давай сюда. Где еще он тут? Тут, да? Сюда давай. Вот так. Так, давай-ка сюда. Так, а этих двоих вот здесь будут они прикрывать. Вы будете воодушевлять здесь их. Сюда, да. Так, всем режим обороны давайте ставим. Все, выстрелили, стоим, ждем. Так, немного не так надо было мне. Иди сюда. Вот этого сюда давай. Давай. Вот так. Да. А ты сюда. А ты сюда. Вы будете здесь их отгонять. Ты сюда. Так, уже больше. Сюда бегом, да. Так, ну все, уже начали мои огонь, открыли. Не знаю, только в кого здесь. Так, да, падают они замечательно. Блин, надо было спалить эту башню. Сейчас она, блин, будет стрелять по мне. Больше мне вреда нанесет, чем им. Так, здесь уже встречают залпами. Где засада? Какая засада? Вот так. Пройдите чуть вперед. Ничего страшного, взял так взял и понес потери. Давай ты поближе сюда, сейчас будешь их. Гарнизонные самураи. Да, блин, такая толпа, блин, как ворвалась. Это ополчение все. У него там слабенький боевой дух. Вот такие себе ребята. Давай ты сюда.
А вот этих сюда. Так, что происходит? С мышкой что-то или что? У меня в Риме то же самое, кстати, было. Какое-то непонятно. Так, ну здесь уже моих совсем бьют сильно. Вред. И вы давайте тут такой толпой навалитесь на них. Ой, блин. Вот что мне не нравится, вот эти вот баги непонятные абсолютно. То есть я нажал одно, они делают совсем другое действие. То есть, блин, потерял два человека, наверное, никого не убил. Не убил шестерых. Это неуверенные бегут. Кота на Кате, да. Кота на Кате столкнулись с кота на Кате. Замечательно. Вы давайте тут не стойте. Сюда отходим. Входим, становимся здесь. Давай поближе. Давай-ка сюда отходи, вот так выстраивайся. Замечательно. Так, здесь их сейчас добьют. Уже добивают. Этих давай вот так вот. Встретим в ловушке. Так, отлично. Это что, разрознены? Да? Надеюсь. Да. Они разрознены. Хорошо. Давайте назад захватываем. Сюда. Где там на кого напали, блин? Колеблется, сейчас уйдет. Этих лови давай. Сюда, 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 сюда. Видишь, что он делает? Хитрый. Ха. Хочешь перехватить. Не получится. Разрозненный, добивай их, добивай. Разворачивайся сюда. Вот так. Тут вот этих двоих сюда. Вперед. Так, еще какое-то тут подкрепление подошло. Сильные потери я понес своими самураями, да? 200 человек они нарубили, нормально, отлично. Все, убегает. Замечательно. Нормально, полностью продолжить. И полностью я никого не потерял. А ну-ка, давайте попробуем преследовать их. Так, 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 а то friendly fire сейчас будет, не надо этого. Вперед, все, сейчас попробуем этих догнать. Сейчас попробуем этих догнать. Ну давай только быстрее.
Ладно, не надо, сейчас будешь по своим стрелять по-любому, блин. Знаю я тебя. Сюда, вперед. Вот этих догоняй, кто такие. Ой, кота на Кате, по-любому надо догнать их. Хотя бы часть какую-нибудь. Вперед. Догоняй, догоняй всех. Кто это такие? Давай, 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 давай. По-любому хотя бы им потери нанести большие, серьезные. Отлично, вот этих. Кто на Кате? 5 человек, все, отряд разбит, он не восстановится. 3 человека. И этих добьем. Тоже отряд не появился больше. Замечательно, все вроде как, да? Ходят, блин, еще много их. 17. Ладно. С большего нанесли ему. шесть человек он потерял, да. Я никого полностью не потерял. Треть у меня потери, 608 человек. Можно попробовать его догнать, кстати. Замечательно. Все. Армия его разбита. Возвращаемся обратно в замок. Так, боевой дух, стоимость содержания отрядов и кораблей. Не, давай, боевая. Ну, это воин. Охраны, блин, надо было стоимость содержания брать. Возвращаемся. Смотрим, что сейчас будет у нас. Так, ну что, смотрим. Ну, стрелки мне надо. Стрелков я могу делать только 700. Блин, совсем чуть-чуть не хватило. Понимаете? Совсем чуть-чуть. Ну, давайте еще ходик пропустим.
Неужели он еще сейчас армию соберет и пойдет на меня? Так, забыл посмотреть я, что... Нет, пока мне не надо. Вот это мне надо, да. Что мне сейчас изучается, да? Модернизация, развитие. Ну да, давайте это пусть изучается. Что у меня никакой не модернизации, никакого не развития, блин. Вообще ноль, на месте стою. На месте просто стою и все, и... Так, гейшу найму. Так, осень. Что жать? 7 ходов нам надо, да? Да. Сейчас за время еще тут насобирает армию. Да, приходится пока вот так вот пропускать. С кем он сейчас на Гаоке воюет, да? Я надеюсь, он вот он сейчас теснит. Сендай, я имею в виду. Задание не выполнено. Ну, мне, блин, благодарность, да, вложить средства на рост. Ну, давайте, да, это нужная вещь. Это надо. Надо однозначно. Вот это надо, блин. Ну, пока. Хочу еще замок здесь поставить, да. Замок. Поэтому надо собирать деньги. Какие, хоть какие есть. Да, ставлю замок, как я хотел, думать, что же на Бама. Блин, развития никакого вообще, на месте стоим.
стоим на месте. Так, пока ничего. Пока собираем деньги, да. Блин, ну вот не говори, что ты мне сейчас. Вот как только подходит к границам, все, сразу начинается эта канитель. Сендай. Мир. Достал, блин, честное слово. Так, хорошо. Дзюдзи. А ты что, союз разорвал, а? Хитрый. Да я знаю чего. Ты войну мне хочешь объявить. Что если вот так я тебе предложу? Ха. Посмотрим. 6 ходов только у меня замок построится. За это время он наверняка объявит мне войну. Может, ну... Так, надо вообще своих агентов разослать в разные стороны. Ты кто? Мариока, да? Мариока. Что Мариока вообще? О, отлично. Замечательно. Союз. Не хочет. Давай союз заключим, серьезно. Пока не хочет. Так, гейшу. Гейшу надо взять и отослать. Тебя я тут увижу, в принципе. Обаяние, да. Тут в обаяние все будем делать. До этого идем сюда. Так, казарма. Казарма и что еще? И давай вот это, блин, за 3 хода я еще подсобираю денег. С Мариока я пока дружу. Нет, давайте гейшу все-таки подведем туда ближе к Дзюдзае. Не нравится. Да, вот о чем я и говорил. Он уже здесь намылился сюда. Если сейчас пойдет, мне не хватит ходов. Тут вопрос, куда идет Сенда еще вот с вот этой армией своей.
Вот это вот вопросик такой очень важный. Давай-ка вот этих ребят найму двоих. Очень надо, очень. Стой здесь. Да, я так и думал. Нагаока ко мне присоединился. Замечательно. Флот мой разбит. Мне, в принципе, пока и не надо. Дюдзи и Нагаока, да. Вот он уже идет. Блин, так дорого. Не, я не буду отвлекать. Это очень дорого. Очень. Так, дом уничтожен. Кто уничтожен? Сендай уничтожен. Замечательно. Мариока. Союз. Давайте я вам даже чуть-чуть выплачу. Ну, не столько, давайте 500. Не хочет, блин, не хочет, потому что я могу стать потенциальной его тут жертвой. Так, да, кстати, что у меня казарма здесь? А, все, ясно. Уже целым войском таким идет на меня. Может, понадобится его задержать, потому что замок не достроился. Сейчас глянем. Отлично. Отлично. Так, гражданская сфера или военная сфера? Давайте гражданская. Один ход. Здесь он за один ход может дойти. Так, ну что ж. А может и не дойти. Так, ну что. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте. Давайте уже продолжим в следующий раз смотреть другие мои видео. Всем пока.